Христианство вначале означало веру в вечного Бога, который нелицеприятен в своей любви и доброте. Христианство было универсальным иудаизмом. Раньше иудаизм принадлежал евреям, а сейчас этот самый иудаизм стал всем. Пошел ко всем, вы понимаете? То есть это был универсальный всеобщий иудаизм. Да, это все мы говорим пока первые века, еще к которому не подошли. Когда говорится о Христе, то это не о нем, а о его предписаниях. А реальным объектом веры является Бог. И тоже в моей жизни был период, когда я спросила своего отца, слушай, говорю, папа, а кому мы молимся? Мы молимся Богу или мы молимся Христу, а Дух Святой еще как-то участвует. И это впервые мне отец это все вот объяснил. Молимся Богу во имя Иисуса, силой Духа Святого, в Духе Святом. Вот. Реальным объектом веры является Бог. А у Христа реально его предписание. Поэтому, что я вам читала в Юдахе, «Путь жизни и путь смерти», я вам говорила цитаты, цитаты, цитаты. «Не отдавайся гневу, ибо гнев ведет к убийству, не будь спытив, не сварлив, не страстен, ибо это порождает убийство. Чадо мое, не будь похотлив, ибо похоть ведет к блуду. Воздерживайся, не отворачивайся от нуждающегося, но разделяй все с братом твоим». Вот. «А вот, чадо мое, не будь лжив, ибо ложь ведет к воровству, не сребролюбив, не тщеславен. Чадо мое, держись от ропота, она ведет к богохульству». Вот. Что касается крещения, крестите так, наперед провозгласив все это. Крестите в живой воде, в текущей воде, то есть, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если нет живой воды, крести в другой воде. Если не можешь в холодной, то в теплой. Если нет ни той, ни другой, возлей воду на голову трижды во имя Отца и Сына и Святого Духа. А перед крещением крестящие и крещаемые должны поститься, также и некоторые другие, если могут. А крещаемым уже вели поститься за день или за два. То есть, вы видите, нету наставления крещаемому. Что это значит ему, что он входит в церковь? Ну вот у вас проводят беседы, я слышала, с крещаемыми, у нас тоже проводят. Этого ничего такого не было, понимаете ли? Главное было, как вот крестить, и как Евхаристию совершать, вот практически такие вещи. То есть здесь нет, никак ты не найдешь того полета, который захватывает дух, вот когда читаешь апостольский. Любое место откроете, вот, просто сравните. Особенно тот, который будет рассказывать про Климента Римского и послание Коринфянам. Взять того же Коринфяна, вот слово Павла. Потому что он все время выходит за пределы этой жизни, потому что весь смысл христианина – мы живем в Царстве Божьем. Мы принадлежим туда. Мы не от мира сего, люди. Мы живем в мире, но мы не от мира. Мы принадлежим туда, там наша Родина, наше Отечество, там наш Христос. Но Он помогает нам в этой жизни пройти. Но мы тогда в этой жизни уже, мы не накапливаем и не собираем, и не влагаем в это сердце, а мы пользуемся тем, что вот нам Бог дает. Ну, значит, о его предписаниях. Я такую вот тоже фразу прочитала, что Иисус Христос слил в невероятное единство богословие и мораль, и этику. Богословие и этику. Нераздельное единство. Впервые вот в истории христианства он сказал: «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». Как можно любить, если ты не знаешь? Ты должен знать Христа. И тогда соблюдать эти заповеди. Как знать, если ты не знаешь Слова Его? Я сейчас почитаю отрывок из послания Климента. Кто-то будет о нем рассказывать подробнее. «Почтим Господа Иисуса Христа, чья кровь была отдана за нас». Ну, он считает, что все достаточно. Здесь все, все.
нужно объяснять, что означает это «отдана за нас». В любви Господь принимает нас ради любви, которой Он возлюбил нас. Иисус Христос отдал Свою кровь за нас, Свою плоть за нашу плоть. Здесь нет значения смерти Христа. Да, Он умер за нас. Да, Он. Вы знаете, что здесь у меня интересная есть цитата, что это к более позднему времени относится, но и к этому времени. И христиане, и гностики, вообще все и враги, и друзья соглашались в том, что Евангелие – это послание о спасении. Несогласие наступало в толковании значения спасения. И это значение не стало учением Церкви. Спасительный труд Христа остался догматически неопределенным. Евангелие – это учение о спасении. А что такое спасение? Неизвестно, как спасение соотносилось со событиями земной и небесной жизни Христа. То есть о чем размышляли первые верующие? Над жизнью и учением Иисуса это было главным занятием и благочестие и учение Церкви. То есть Христос как, подчеркните, пример и учитель, а не как спаситель. Да? Я очень хочу растолковать, чтобы мы не смотрели свысока на первых христиан. Они вот, ну так вот, учение о спасении, оно не стало учением Церкви. Так и не стало. Потому что Церковь-то традиционная, и цитирует она отцов. Как пример – да, как учитель – да, как надо жить – да. Ну вот, теперь дальше. Значит, значение смерти Христа у Климента – не искупление, а возможность покаяния. Причем покаяние тоже как-то понимается странно. То есть ты видишь вот кровь пролитую и покаяние, что, ну, я думаю, так, видимо, если пролил кровь и жизнь отдал за нас, так стало быть, я грешник такой, вот возможность покаяния. Роль собственная Христа в милости покаяния непонятна. Смерть Христа показана как пример, чтобы мы исполняли волю Божью. То есть, что Он ходатай, что Он посредник, это не ясные были мысли. И зато было очень понятно, как пример. Вы знаете, как многие люди, подражая Христу, некоторые себя распинали даже, некоторые уходили в пустыню. Понимаете, как пример, что ты как-то вот зарабатываешь. Почему христианство – это такая радостная весть? Это же так и называется – благая весть. Это свет. Бог есть свет, нет в нем никакой тьмы. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Ну, Дидах, немножко я вас познакомила. Дидах начал сооружать новый закон из страха, что новообращенный поступит не так, как надо. Поэтому он говорит, пусть милостыня там запотеет, пусть ты, если 3 дня больше 3 дней живет, это уже лжепророк. Правило. Иудаизм и морализм. Нет христоцентризма и сотериологии. Так, я вам написала теология и христология. Сотериологии-то нету тут у нас? Это где будет? Это будет там. Экклезиология. Тут нету. Это там будет. Учение о Духе Святом, понимаете? Это будет, знаете, кто? Главным образом о церкви будут говорить анабаптисты. Это мы будем иметь такую радость. Это левое крыло реформации, которые пойдут дальше Лютера, целиком по Писанию. Будут с 3 концов гореть. Все будут против, весь мир против них. Но это вот наши предшественники. Ну, а в первых веках они вот о Духе Святом, о дарах, там же апостол Павел пишет, и все на это.
вы знаете, что Лютер опирался на Писание. Но, Николай, я очень хочу приблизить вот эти все проблемы к нашему пониманию, что во многих церквах, я очень во многих церквах бывала, там читал здесь, то вот на этом уровне прочитать из Писания, и тоже это назидательно, и тоже это хорошо. И это недобыто знание, недобыто. Знание добывается, когда есть проблема, когда есть вопрос, когда есть поиск. Вы понимаете ли, когда, ну, например, самое первое, когда мне сказали, что, мол, грамотный, давай я проповедую в маленькой общинке. И я взяла этих странствия евреев, и как они там без воды страдали. И мне одна женщина говорит: «Ну, Марина, ну, а в самом деле-то каково, когда у ребенка губки запеклись, и не попоить никак, а скотина у тебя тут ревет? Да как же это так? А что же делать, говорит, если нету?» Вот они роптали, потому что я говорю, это робот. И вот понимаете как? Я через этот вопрос, как я много вещей стала понимать. Что такое терпение, что такое долготерпение, что такое упование, что такое доверие. Что если Бог не дает избавления, то если умереть, так я умру, но я роптать не буду. Я не подниму свой язык против моего Спасителя и Создателя. Понимаете как? Я буду ждать, потому что робот очень далеко идет. Я недовольна тем, что у меня есть. Но фактически я недовольна, что Бог-то мне это не дает. Я с этим очень много приходится сталкиваться сейчас. Это тот же народ в пустыне. Потому что робот, он ничего ты им не добьешься. Ты ничего, а потерять все можешь. В общем, у меня такой большой-большой круг пошел. Потому что в самом деле трудно. Вот. И теперь еще послание Поликарпа. Он выразил такой взгляд, и общий взгляд апостольских отцов, что Христос поставил человека на ноги, чтобы он смог исполнять требования праведности. Здесь крест не выпрямил наших отношений перед Богом. Человек все еще рассматривается как должник Бога. Христос как бы дал за человека не выкуп, а первый взнос. Он не видит, что смерть Христа поставила жизнь человека на совершенно иное основание – божественной самоотдачи, а не на основании наших достижений. И получился здесь бессознательный синтез Евангелия с языческими идеями, что мы должны что-то делать, чтобы спастись. Вера должна соединяться с благочестием, следованием за Христом, то есть мученической смертью. Вы знаете ли, как назывались мученики в первой церкви? Какое имя было? Вы не помните, Алексей, кто помнит? Исповедники. Исповедники. То есть они исповедали свою веру, и они погибли. И они считались, что они достигли спасения.